Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И мы продолжаем играть в игру Walking Dead Mission. В прошлой части Сэм подстрелили, и мы добрались до ее дома, куда нас совсем не хотели пускать. Ну что, пора узнать, чем это закончится. Воу. Неужели мы добежали? Сэм? Ого, сколько вас тут. Сэм! Детишки. James, Alex, get back! Your sister's hurt. What's wrong with her? She's bleeding. Значит, сестра. Sam, this is bad. Иди, приведи помощь. Really, really bad. I need you to find help, okay? Okay. Какой голос у этой маленькой девочки? Dad! Грубоватый. What's your name? It's James. Okay, James. А, это парень? You got a first aid kit? Kind of. Get it fast. Сорян, парень, не признал. Волосы длинные. Нормально все, Сэм. Сейчас тебя подлатаем. О, зажми, зажми. Ну зачем ты открыла? Got it. Нормально, блин. Клизма самое то. Ладно, давай. Воду. What are you doing with that? Водка? Sam, Sam, I got you. I'm here. Дезинфицируем, конечно. Терпи. Если больше ничего нету, то... Is the bullet still in there? Didn't punch through. We gotta get it out, right? There's too much blood. О, жесть. Клизма? Ну давай. You're gonna have to use this. Наверное, откачать кровь. Да. Сейчас будет жестко. Отворачивайтесь, ребята. Те, кто особо впечатлительный. Эти, кто отвернулся, когда я зашивал клементинку. Сэм, держись. Удерживайте, тащите. Гадость. Держать надо. Терпи, Сэм. Ну, давай. О, вижу. Так, удерживайте, тащите что-то. Вытащить пулю. Да нормально. Все. Отлично. Теперь зашивайте, бегом. Че, ребятки, ни разу не видели? Может быть, стоит зашить девочку? А, вы решили прижечь. Капец. У вас доктора по гумане не было? We got her. Это я должен сделать, да? Сэм, прости. Жесть. Что еще? John! What are you doing to my daughter? Saving her life. With that? Are you insane? Блин, ты либо помогай, либо уходи. James, let me. Спасибо, что понял. Дали бы ей какой-нибудь обезболивающий, у вас же по-любому есть, ребята. Жесть. Сейчас отрубится. Все, вырубилось. Ну все, прыжки хватит. Слишком жестко. Ох. Могли бы просто зашить. Ну, ребята, вы жгете. В натуре жгете. Is she going to make it? Блин, дядька. I can't lose her. I can't. My poor Samantha. Я остановил кровь. The bleeding stopped. That's what matters. Дядька, делит на вид, не знаю, полтинник. Ты же должен разбираться в жизни. Tell me. What happened? Ты думаешь, это мы? You appear out of nowhere with my daughter nearly bleeding to death. Ты осуждаешь меня? You trying to accuse me of something? Внутри у тебя дочка сама куда-то утопала. I'm only drawing a logical conclusion. Вот ты меня обвиняешь, придурочный. Сейчас пойду Грега искать. Look at me. I don't know who the hell you are, but Dad!
Dad? Where's Greg? Да, Грег. Ну, теперь присядь. Мне очень жаль. I'm so sorry. What? What do you mean? Greg didn't come back with them. No. No. Ну, не знаю, что там. При детях-то можно было не говорить, но... А когда еще? It's okay, boys. It's okay. Теперь главное, чтобы Сэм поправилась, ребят. Вы об этом больше думаете, чем... О, опять. Опять умешан глюки. Блин, Мишон, прекращай. Ты людей вокруг себя пугаешь. Оу. Это уже в натуре становится хоррором. Так ты была дома, когда все это началось? Было написано, я так не понял. Колет? Элоди? Это твои дети? You girls in here? Ого. Мне дали поуправлять в твоих глюках. Что-то новенькое. Ты решила побродить по своим воспоминаниям? Жуть. Как тебя трясет-то? По-моему, ее здесь нету. Вернее, их. Так, что тут? Что там за рисунки? Тигр? Окей. Пятно краски. Коснуться? Давай посмотрим. Жесть. Интересно, как это все видят остальные? Мишон просто бродит по квартире, по дому. Туда-сюда. Жесть. Блин, реально уже становится как хоррор. Это, видимо, твой супруг. Блин, вы посмотрите, как у нее руки трясутся. Прям жуть. Ладно, пойдем. Неплохая у тебя квартирка, Мишон. Там спальня, краска уходит сюда. Давай посмотрим на окно. Жуть какая. Кто там, вертуха? Блин, да как у нее руки-то трясутся. Прямо жутко. Какой-то труп. Видать, это все реально произошло в твоей квартире. Жуть. Давай посмотрим. Блин, интересно, все-таки ее дочки живы или нет? Просто в комиксе об этом ничего не говорится. Типа, скорее всего, они погибли. Но она так всегда говорит, как будто ее дочери погибли. Так, кто краска идет, я не понял. Может быть, сюда пойти? Кухонный нож. Ну, давай посмотрим. Кто-то им отбивался явно. Что такое? Где же девочки, а? Автоответчик. Радио? Что значит радио? Я не знаю. Может быть, сообщение? You've reached Michonne. Please leave a message after the They tried to call me? Hey, they're wrong. How did I miss them? God damn it. Жуть. Видимо, она очень переживает из-за этого. Хотя с виду она всегда себя показывала очень такой сдержанной. Блин, я ничего не могу сделать. Давай в чемодан посмотрим.
А, я еще в спальне не был. Можно в спальню зайти попробовать. Шмотки. You left this all behind. Мне кажется, они очень торопились отсюда убежать. Так, краска здесь. Но девочек я не вижу. Давай, открывай. Girls? Все равно это глюки. You in here? Навряд ли тебя кто-то убьет в них. Так ведь? Ага, ванная. Так. О, зеркало? А почему меня не видно? Хм. Пойдем в ванную посмотрим. Ого. Винты. Блин, по-моему, она очень переживает. Давай, тяни. Ох, жуть. Никого. Ух. Это начинает пугать. Звонок. Ну, пойдем. Мне это кажется немного странным. Что лишь он вот так вот бродит по своим воспоминаниям. Ого. При этом она находится где-то у кого-то дома. Прикольный выбор. Ну, давай попробуем ответить. Hello? Michonne, it's Donna. Donna? I've been trying to get a hold of their dad. Are the girls with you? I don't know where they are. No one's answering. Half the lines are disconnected. Я ищу их. I've been looking for them. Me too. Кто такая Донна? Я не помню. Доминик это, по-моему, муж ее. Мишон. Что он сказал? Donna, what did he say? He said something about a bike. That his neighbor was bitten. Dominic tried to bandage him up, but his neighbor attacked him. Это тот сосед? Это напоминает начало из истории про Ли. And if we can't get a hold of them, I don't. What do we do? Я буду искать дальше. I'm gonna keep searching here. Блин, офигеть, ее трясет. Донна, уходи. Донна, get out of there now! Donna! Who's Donna? Жесть. Вот это флешбэк. Фух. Это было жутко. Did you say Donna? Ну, да. Даже не знаю, как тебе это объяснить. You okay? Ну, короче, просто это воспоминание. Just thinking about someone I once knew. Хотя она обычно отвечала грубо всем, типа, это не ваше дело. It's okay. Пошел отсюда или нос I отрежу. Do that too. John, He went to talk to the kids, make sure they're all right. А ты кто? While I watched over you. Ну, ты на маму не похожа, ты молодая. Сестра или... Sorry about this. John isn't big on people he doesn't know. Как дети? Are the kids holding up? I don't know. Can't be good. Their brother's dead, sister's shot. I mean, fuck, right? Фак, фак. По-другому не скажешь. А кто же ты, интересно? So, yeah. This is where I apologize for almost shooting you. Нормально, с кем не бывает. Я тебя тоже зарезать хотел. Emphasis on almost. I was just worried about Sam. Сейчас это не важно. I get a bad feeling every time she leaves the house. Doesn't matter now. No, I guess not.
If it makes you feel any better, I'm not a great shot. Зачем ты мне признаешься в этом? That patch of dirt? His mom's buried there. А, значит, ты не мама. Ну, точно не мама. Может, мачеха? The ear is so back, she just... Прикольно. She was sick. Not in the head. Something with her heart. Она переживала, что станет зомби. Так ты кто? Ты сестра или мачеха? Кто she ты? She couldn't handle it, I guess. I never understood that. We were safe here. Ты должна продолжать бороться. You can't give in. You have to keep going, no matter what. Sam said the same thing to her mom, just a few days before. When she did it, I never seen Sam so angry. А где второй? If it wasn't for Sam... No. No, Greg. Сэм очнулась. I need more time. More. Бредит, бедняга. No. No. I'm here, Sam. Hey, don't move, okay? Don't move. Sam, no. Да. Mission, we have to help him. Поздно, Сэм. Ты должна проснуться. You're too weak. Let me up. Just stay down, Sam. I need to help him. Ты бредишь. You're hallucinating, Sam. I... Greg isn't here, okay? Давай, просто вспомни. Сэм. И успокойся. Мне ее, блин, даже жаль стало. В какой-то мере. А где второй пацан? И где Пит? I know John can make a strong first impression. But he's what's keeping this entire family from being buried out there. You gotta fight like hell for what you care about, right? Ну, типа, да. Something that makes all this shit worth it. Да, сражаться до самого конца. Yeah. Fight until the day you die. Ты смотри, она за мной прям повторяет. You'd be crazy to stay here, John. This woman Norma will... There's no decision to be made on this. Пит решил. I need a word with you. А почему со мной? Почему все время тянут главного героя? Пит, ты же мужик. Почему он с тобой отказался говорить? Козлина. Не ты, Пит, он. Придется мне принимать решение. Воу. А что на улице? Тут немножко пасмурно. Дождик моросит. Чуть-чуть. Может, домой пойдем? Эй. Как тебя там, Джон? Do you have children? Были. A son? A daughter? Две дочери. Two little girls. Понял, да? Я в теме. Ты похож на Стивена Сингала. Все? Это все, о чем ты хотел поговорить? It snowed the day my wife died. Her heart gave out. Блин, он решил мне свою исповедь. She passed in her sleep. Она обратилась. We buried her so the boys wouldn't have to see her like that. The snow, it covered her grave. Erased it. Like she'd never been there at all. Я слышал, что она покончила с собой. Paige said she killed herself. I didn't want my children to think of their mother differently. Да без проблем, я не скажу. Given up. Ever since Sophia, I've tried to keep our family from harm. But we're falling apart, piece by piece. And now that Sam's hurt, and Greg's...
Давай не раскисай. Соберись. Your friend Pete told me all about Norma, about what happened. Mm-hmm. If she finds us, we wouldn't stand a chance. But you seem like someone who can hold their own. Помоги мне, я помогу тебе. If you do that, I'll give you guys a hand. А чем он нам поможет? Whatever you need. Чем? Children shouldn't have to see this. Greg never turned into one of these things, did he? Those, whatever they are. Нет, он покоится с миром. No, it was Greg until the end. Thank God. Это будет неправдой, но надеюсь, всем не проговорится. Тебе так будет спокойнее, я думаю. Может, ты закроешь уже дверь, а? Эй, дядь. Серьезно. Во-первых, там Норма с этим придурком, а вот трех зомби. I'm sorry. I'm trying to keep it together. But давай, what держись. If you just found out your daughters were dead? Привет. Вы меня пугаете. And you weren't there. You were miles away, safe and sound. How would you feel? Тебе нужно оставаться сильным. You need to stay strong. You're right. I'm all they have. Твою мать. Жесткач. Уж чего-чего я не ожидал. Рэндалл, мне кажется, тебя стоит убить. Блин, мы только с ним познакомились, а? Вот ублюдок. Вас всего трое? Ребят, вы облажались. Мы сейчас вас ушатаем. Пейдж, назад. Назад, 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 назад. Детей прячь. А еще лучше дай ружье кому-нибудь из нас. Не знаю, кто из нас лучше стреляет, Пит или Мишон. Так, парень туда пошел. Надо срочно действовать. Давай того слева, 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 Мишон, 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 быстрей, быстрей, Мишоня. Давай, атакуем. I'll take the one near the garden. Мы справимся. Мне кажется, они вдвоем направо пошли. Жесть. А вот и ловушки. Это прям вообще в тему. Прости, парень. Он еще и дерется. Прости. Но мне кажется, ты сейчас все бошку прострелишь, ублюдок. Жестко. Вот это в натуре жестко было. Твою мать. А, нормально. Я думал, в кого-то выстрелили. Ну давайте, срочно, помогайте. Давай, Пит, держи его. Ну что, ублюдок, попался. Держи за это. Икс. Давай, я на все кнопки нажму. Чтоб тебе сладко жилось, урод. Что, думаешь, я не справлюсь с тобой? Да без проблем. Как блок поставить? Блин. Дай мне что-нибудь, лопату. Молодец. Нормально, нормально. Держись, главное. Пит, придурок. Просыпайся. Помогай мне. Охренеть. Руку выломал, что ли? Ну все. Мне кажется, стоит его ушатать. Давай. Вниз. Что-то я не успел, походу. Ну давай еще раз. Так, вниз, вниз. Словил, давай еще раз вниз. Что, еще разок? На тебе, козлина. Давай еще раз. Да все, вырубился. Что, руки зажмете? Капец, ребята, вы жесткие, а.
лучше бы связали, а? Что за бунечная игра, капец. Одному башку ракетницей прострелили. Второму руки в тиски зажали. Этой руку выломали. Вывихнули или чё? Походу вывихнули. Жесть. Блин, жалко того типа. Капец. Ну и что? Будем делать с тобой, Рэндалл. Я даже не думал, что ты попадешься. Может быть, ты сам скажешь нам, что с тобой делать? Не особо. Не сложнее. Ты не в том положении. Как ты нашел нас? You know, I probably never would have. Except you left a trail of walker parts right to the front gate. Теперь Пейдж будет меня обвинять. Some fucked up fairy tale. Randall? Randall, are you getting this? Это кто? Это не Норма, по-моему. Get that for me. We heard gunshots. If you don't check in, I'm sending everyone in that direction. Shit. She sounds pissed. Randall, pick up, goddammit. You gonna answer? Talk to her, Michonne. Don't make the same mistake again. Where the hell are you? Yeah! Randall! Tell her my hands are viced up. And I've swallowed a pint Хорошо, of my own blood. Я отвечаю. I got a few words for her. Привет, Норма. Hello, Norma. Michonne. Where's my brother? Go on. Tell her. Don't spare any of the gory details. You're talking to me, not him. Don't be smart with me, Michonne. That wasn't what I asked. I want the truth on this. You hear me? No problem. Did you hurt him? If you so much as breathed on my brother, I'll find you and make what happened on the ferry look like a goddamn picnic! That's a fucking guarantee! Он получит то, за что заслужил. Anything I did to him, he deserved. What Randall did, that was a mistake. And I'll make sure he knows it. Я уже проследил за этим. But I'll punish him, not you. Okay, 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 okay. Успокоилась? Let's wind this down a bit. Давай, мне уже интересно, If что ты мне можешь сказать. Talking the whole time, then you already know. We heard the shots, we know where you are. But if you let Randall go, maybe we can all walk away. Нет. Randall is the only family I have. And I'm not leaving him behind. One way or the other. You want him? Только если ты оставишь. But then you can leave us the fuck alone. Be reasonable, Michonne. That's all I ask. We'll be there soon. You know, this alone time, you and me together, it's been real nice. But that all ends when my sister gets here. А мы посмотрим. Ты будешь у нас. I'm gonna take that wrench and break your skull. Then Sam's, then yours. And last but not least, those kitties too. I saw their little heads in the window. Блин. Ну что, опять ты начинаешь? Kids. You know, their skulls don't break so much as kind of melt. Ты никому не причинишь вред. I'm not letting you hurt anyone. Я не буду тебя сейчас убивать. Norma gets here, and I skip bare ass free out the front gate. And that will happen. Michonne. Hey, it's him. Hey now. Don't you two look like your daddy? Back when he still had a face. What? Мне кажется, сейчас Сэм got a big hole there now. Его ушатает.
Michonne? Is that true? Listen. Please tell me he's fucking with us. Please. Мне очень жаль, Сэм. Ну, а как по-другому сказать? No. Мне ее уже реально становится жалко. Сначала брата потеряла, потом плечо прострелили. Теперь отца потеряла. If he killed my dad, then why isn't this son of a bitch dead? First good question asked all night. Michonne's just been fumbling around like a bear cub fucking a football. Он скоро умрет. He keeps opening his mouth. He'll be dead soon. We should do it right fucking now. Ну, можешь попинать его. All she wants is her brother back. That's it. We're out of the equation. You need to kill him, or I will. Так, Сэм, успокойся. Сейчас не лучшее время убивать его. Сэм, wait! No matter what I say, you're just gonna do whatever you want anyway. Это точно ведь. В смысле? Сейчас выбирать придется, убивать или нет? Ну что, Рэндалл? А что ты мне скажешь? Well, maybe that's you. 'Cause when this dance is over, стоит ли тебя убить? You're fucked. Ты урод. Kill me. Морально. Но мне все-таки хочется посмотреть, чем это кончится, когда она сюда придет. Твои пустые угрозы, пока ты здесь, ничего не значат. And you'd like killing me, wouldn't you? Just tell old Randall the truth. I got thick skin. Ты ошибаешься. You're wrong, Randall. Am I? Да. Well, maybe. Maybe you think you can rise above all that. Да. Ты прав. But there ain't no heaven up there, honey. And there ain't no hell down below. There's only this shit. Every day until you die. Then you know what's the fucking kicker? You get up and keep walking. Now that is some biblical shit. If you got a point, get to it already. On my way, darling. This is the world your kids are dying in, Michonne. Это что еще за глюк? Or dying, or are in that fucking purgatory. Shut up. Жуть. Don't talk about them. Either way, they're suffering, and mommy isn't there. Тихо, тихо, тихо. Он специально вынуждает. Some are sitting right in front of us, wondering what kind of a mother brings a child into this mess of a world. Подожди. There ain't no blue skies for them anymore. Бросаем. Я не буду тебя убивать. Только потому, что ты этого хочешь. Мне хочется узнать, что будет дальше. Yes. Сиди и думай. That means... is over. Oh well. Norma will be here soon. Без проблем. Your funeral. Все-таки это был конец эпизода. Ну, с Нормой я сам договорюсь. Low. Low places. У вас было время? Where you only have your thoughts for company. And those can be mean. И у Рэндалла тоже. You wanna believe all lives and all deaths have purpose. Что с переводом? Интересно же. Believe me, they don't. It's true. Things always fall apart. Whoa. But we're the ones who bring them down. Что ж, наверное, в следующем эпизоде все закончится. И Мишон с Питом опять отправится рыбачить.
Но мне все-таки интересно, чем закончится история Сэм и ее маленьких братьев, а также Пейдж и Норма. Ну что, теперь статистика. Вы остались с Питом или позволили ему пойти своей дорогой? Перевод шикарный. 82% остановили Пита. Все-таки не зря я это сделал. Вы ответили на звонок или пошли по следам в прихожей? 73% взяло трубку. Ну, тоже неплохо. Но все равно это были клюки, так что ничего страшного. Вы рассказали Пейдж, что были готовы покончить с собой? 43% постарались дать хороший совет, что бы это значило. Не знаю. Я думаю, не стоило ей говорить всего. Как вы решили ситуацию с радиосигналом от Нормы? 36% всего взяли рацию и поговорили с ней напрямую. Интересно, как еще можно было поговорить? Через Рэндалла? Да он бы сам проговорился, наверное. Ты вы сделали с Рэндаллом? Что за бред? Вы 47% проявили милосердие. Блин, все-таки 53% его ушатало. Хотя мне интересно посмотреть на реакцию Нормы и что она будет делать, пока он здесь. Если бы я его убил, мне кажется, они бы всех нафиг перестреляли тут гранатами или еще чем-нибудь. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить новую серию, и поддержи лайком. Ну и всем пока!